Добрый вечер, уважаемые телезрители. Завтра выборы президента Республики Абхазия. Собственно, об этом мы и поговорим с нашими гостями в студии. Историк Станислав Влакоба, профессор Абхазского университета Сергей Шамба, генеральный директор Абхазского агентства Черноморско-Кавказского развития Лейла Таня, кандидат исторических наук, доцент Ирина Агарба, заместитель председателя фонда инвалидов Гунда Дженя, член политсовета политической партии Амцахара Даур Таня. Здравствуйте, уважаемые гости. Первый вопрос, собственно, это он определяет и, собственно говоря, нашу тему разговора. Это оценка предвыборной ситуации. Как вы ее оцениваете? Может быть, в очередной раз мы стоим накануне неочередных выборов. Ну и, к сожалению, ситуация, как всегда у нас бывает в период выборной кампании, напряженная, и чем ближе к выборам, тем больше напряжение растет. Но это, конечно, результат отсутствия еще достаточной политической культуры в нашем обществе. Мы строим молодое государство и должны совершить все ошибки сами, наверное. Все, что можно было ошибки совершить, мы уже совершили. Единственное, хочется, чтобы мы все-таки поняли, что выборы – это процесс, который постоянно будет теперь в нашей жизни. И он не должен стать таким раскалывающим общество процессом. Я бы хотел, чтобы это было как в цивилизованных странах, когда люди имеют разное мнение, тем не менее не смотрят друг на друга враждебно, напротив, можно иметь разное мнение, но тем более в нашем маленьком обществе. И предпосылок для того, чтобы у нас эти процессы проходили мягко, они существуют, потому что мы вместе сидим на свадьбах, на других всяких мероприятиях, на похоронах. Я часто видел после выборов, когда люди так вот агрессивно были настроены друг против друга, потом сидели вместе, друг за друга тосты подымали. Это, наверное, дает возможность нам все-таки избежать всяких нежелательных моментов. Я думаю, что со временем мы должны привыкнуть к тому, что это нормальный процесс, и мы должны пройти его как цивилизованные люди. Мы неоднократно уже показывали, что из самых трудных критических ситуаций, которые бывали вот в процессе выборном, мы выходили с достоинством. Это большой опыт для нас, хороший урок на будущее. Но вот накопил вот этот опыт, и все это мы в дальнейшем, наверное, должны быть более в этом смысле цивилизованными. Спасибо. Ну, я хочу сказать, что на самом деле у нас каждые выборы и население впадает в состояние стресса. И так вот вспоминаю 1994 год, 26 ноября. Вот Сергей Миронович помнит, когда в парламенте мы избрали президента на первый срок, президента Артинга. Было все спокойно, нормально и было все цивилизованно. Но я хочу сказать о том, глядя как бы в будущее, что хотелось бы, чтобы у нас поменьше было вот таких вот предвыборных кампаний, потому что это очень тяжело дается не только народу, но и политическим деятелям, лидерам, общественным организациям. Такая поляризация общества колоссальная, особенно вот в летнее время. Я хочу сказать о том, что, видимо, в будущем нужно будет как-то пересмотреть и реформировать кое-какие вещи. И желательно было бы, конечно, расширить парламент, чтобы это было порядка 50 человек депутатов, чтобы они сидели в нормальном здании, а не в этой каморке, где сегодня они ютятся. Вот я вспоминаю, где заседал первый парламент. Потом так шло, в общем, со второго-третьего этажа опускались там на первый этаж, потом чуть ли не в подвал загнали, сейчас непонятно, как они вообще там сидят. Я хочу сказать о том, что надо избирать депутатов, пусть будет смешанная форма правления, о чем вот много говорилось у нас, пусть это будет президентско-парламентская форма, но пусть парламент избирает президента. К сожалению, у нас так получается, что
несколько превратно понимают наши президенты ситуацию, когда проходят выборы. Они считают, я вот всенародно избран, прошли всенародные выборы, что хочу, то и ворочу. А здесь будет контроль парламента, здесь все же ситуация будет другая. Вот нужно продумать о том, как будет, скажем, формироваться этот парламент. Но я, например, категорически против того, чтобы вот каждый раз вот таким образом испытывать терпение людей, населения и вообще общества. Это очень серьезное напряжение. Я думаю, в один прекрасный момент могут просто нервы не выдержать у людей. Спасибо. Ирина, что там дальше? Ну, что касается реформы, имею в виду политической системы, формы правления в стране и так далее, это все-таки большая и сложная тема. Продумать наиболее подходящую нам модель и так далее, это не совсем уж просто. Видимо, все-таки должны быть серьезные научные исследования, проводить эксперименты. Мы, наверное, не можем все-таки на основе серьезных исследований политических, в конце концов, наверное, мы проведем эту реформу, но сегодня, конечно, вопрос не в этом, потому что выборы, которые мы завтра проведем, они по старой системе. И хотелось бы, возвращаясь к ним, сказать, что вот каждый при встрече говорит, что очень сложные выборы. Слова вроде бы становятся банальными, а на самом деле хотелось бы, чтобы эти слова дошли до сердца и разума каждого гражданина. И в особенности до разума и сердца тех людей, которых мы называем политической элитой, политических лидеров. Потому что они не только должны быть нацелены на победу на выборах, они еще должны быть, должны чувствовать ответственность. И поэтому, как будут вести себя штабы, как будут вести себя сторонники каждого кандидата, имеет очень большое значение для нас в этой непростой, очень напряженной ситуации. И поэтому мне кажется, что мудрость должна исходить прежде всего от политической элиты. Гундаджиня, ваше мнение, ваша оценка ситуации? Ну, ситуация сложная. И вот так вот просто сказать, что это вот как бы естественный провыборный процесс. Конечно, может, я не могу это сказать так, как бы вы это обосновали, но вот как человек из народа, как человек, которому придется голосовать, у которого есть определенные опасения, что, может быть, этим и не закончится. Вот придем мы, выберем президента, и нет ни у кого уверенности, что это вот этот процесс завершится вот так благополучно, мирно. То есть я хочу сказать, что вот как мы, наш опыт политический, если касаться вот выборов, да, ничего хорошего сказать, что мы стали, наша культура вот политическая, что она имеет какую-то эволюцию в хорошем смысле, сказать очень сложно. И не сказать о том, что этому предшествовало, но я не буду сейчас давать оценку, ведь каждый имеет право относиться к этому, принимать это или не принимать, законно, незаконно, да, но то, что это имело последствия сегодня, да, вот это напряжение в обществе, которое есть, и эти факты, которые имеют место, это стрельба в машину, там забрасывание гранат, избивание людей, как бы мы там на штабы не перекидывали бы вину на штабы, а все равно это данность, мы это имеем, люди озлобляются, люди боятся. Конечно, это было и в 2004 году, но тогда, может быть, были силы, которых нет сейчас. Может быть, более единство было в народе. А то, что сейчас, конечно, вызывает большие опасения, я думаю, у вас тоже вызывает. И не говорить об этом, сказать, что я вот совершенно спокойно за то, что я пойду проголосую, пойдет моя дочь, которая первый раз будет голосовать в этом году, спокойно, и на следующий день после выборов
тоже мы можем опять иметь, может быть, даже более масштабные какие-то эти. То есть это, конечно, никому не нужно, но я, честно говоря, особо и не вижу, чтобы с этим как-то работали штабы, честно говоря. Вот не вижу я, чтобы какая-то инициатива. У нас же вот вы очень уважаемые люди. То есть это не просто так. Я вас очень уважаю. Я, честно говоря, ждала вас от вас, что вы, имея такой авторитет, да, вот как-то станете вместе, да, вот с теми, с которыми вы работали, не секрет, да, с вашими друзьями. Мы же думали, что вот мы имеем лидеров политических, это, конечно, была надежда, успокоенность. Вот в этой ситуации мы чувствуем, вот мы, представители народа, общественности, интеллигенции, чувствуем, что мы остались вот непонятыми, что наши опасения, они имеют место быть, потому что вот такая неопределенность есть. Спасибо, Гунда. Может быть, Даура, потом я разобью вашу тему. Ну вот таневцы так разрешили. Я уступаю место. Спасибо, Лила. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну что, ситуация у нас на сегодняшний день, естественно, складывается непростая, но одновременно вместе с этим мы не можем сказать, что на сегодняшний день из ряда вон выходящее что-то происходит. Ну, мы не первый раз все вместе принимаем участие в выборах. Определенный опыт в этом есть. Ну, самое главное, я что хотел бы сказать, наверное, эта уверенность, которую я сегодня озвучу, есть у многих. Наш народ, я как-то уже озвучивал эту фразу, не побоюсь и не постесняюсь этого, озвучить его еще раз. Я надеюсь на мудрость нашего народа. Все-таки этими выборами, завтрашним днем, жизнь не заканчивается. Должно быть продолжение. Я надеюсь на позитив. Я надеюсь на то, что все кандидаты, штабы, все люди, которые сегодня поддерживают того или иного кандидата, в любом случае закончатся выборы, все мы будем вместе, будем жить дальше, строить наше государство, и все будет нормально. Спасибо. Лила, прошу вас. Спасибо. Я, конечно, тоже присоединяюсь к мнению своих коллег и тоже хочу вот обратиться и к нашим избирателям, ко всем с таким позитивным как бы посылом, что на самом деле мы все один народ, мы все болеем душой за нашу страну. У нас у всех есть очень разные позиции, но это не трагедия. И это ни в коем случае не должно быть поводом для таких жестких как бы, вот, противостояний в предвыборный период. Но при всем при том, вот мне бы хотелось все-таки не бояться делать каких-то выводов, каких-то аналитических, может быть, оценок. Потому что если мы не будем анализировать, что предшествует тем или другим событиям, если мы не будем анализировать источники напряженности, как вот сейчас говорят, то мы опять в следующий раз можем оказаться в такой же ситуации, если мы не будем знать, в чем причина. Вот я позволю себе сказать свое мнение. Вы знаете, вот у нас относительно стабильный был период с 2005 по 2008 год, период, когда у нас действовало коалиционное правительство. И в этом правительстве практически все группы интересов нашего общества, многие политические силы имели своих представителей. Очень разные были люди представлены в этом коалиционном правительстве. Мне хочется в этом смысле обратиться к нашим кандидатам прежде всего. Как бы я уже заглядываю через завтрашний день, я не сомневаюсь, что все должно пройти нормально. Я вот, перескакивая через завтрашний день, уже хочу сделать какие-то вот рекомендации для наших кандидатов. Думаю, что это вполне вписывается в сегодняшнюю тему, вне зависимости от того, кто выиграет завтра. Прежде всего, мне кажется, для того, чтобы в обществе был вот такой вот атмосфера согласия, атмосфера диалога, которая
не позволяет нарастать напряженности, потому что когда все проблемы обсуждаются за столом в рамках диалога и дискуссии, они не выходят на улицу. Обычные люди знают, что их представители находятся в парламенте, в правительстве, и они чувствуют себя гораздо увереннее, что их интересы, их представления, их взгляды будут донесены, и как-то эти позиции будут влиять на принятие решений. Вот мне, например, было бы спокойнее, если бы и Сергей Миронович Шамба, и Станислав Зосимович Лакоба были представлены вот в структурах власти, я не знаю, в правительстве или в каких-то других структурах, потому что по практически большинству стратегических вопросов, вот, по крайней мере, я всегда соглашалась с позицией вот этих двух известных и на самом деле очень заслуженных лидеров абхазского общества. Это первое, что я хотела бы сказать. Второе. Вот вы знаете, я наблюдала вообще за электоральным составом и за составом команд всех президентов. Вот я хочу сказать, что в отличие, скажем, от 2011 года выборов, вот на этот раз команды не такие консолидированные с точки зрения вот какой-то единой государственной стратегии строительства государства. Мы видим, что появились абсолютно новые люди, скажем, в команде Хаджимба Габния. Вот. С другой стороны, мы видим, что мне сложнее говорить о командах новых в публичной политике людей. Это вот Мираб Кишмария и кандидат Леонид Завшба, да, все-таки в публичной политике это новые люди, хотя мы их хорошо знаем по их профессиональной деятельности. Легче говорить о новом публичном человеке Аслане Бжане, как о кандидате, потому что все-таки там в его команде есть очень много ярких политических лидеров, которых мы можем ассоциировать либо с прежней властью, либо, скажем, с какими-то другими политическими силами. Вот я все-таки позволю себе сказать, что вот сложнее всего, мне кажется, после выборов будет работать именно команде Бжания, потому что я вижу в этой кампании участников народного схода. Вот среди людей, которые сегодня поддерживают Аслана Бжани, я вижу участников народного схода, которые приходили на вот эти протестные мероприятия, но которые, тем не менее, вот сегодня, в сегодняшний момент поддерживают Аслана Бжани. Это нормально, абсолютно. Не должно быть такой поляризации, что человек всегда занимает какую-то одну радикальную сторону. Он выбирает, исходя из своих, из целого комплекса своих представлений. С другой стороны, в команде вот Аслана Бжани как раз-таки сосредоточено очень много политических лидеров, представителей власти бывшего президента Александра Анква. Эти позиции, в общем-то, противоположны. Вот мне кажется, будет очень сложно найти какую-то единую линию, если не будет дан единый посыл. Формируем коалиционное правительство. Значит, в нем будут представлены все политические силы. Если у меня есть еще одна, может быть, 2-3 минутки, уже вот я хотела бы пойти немножко дальше. Вот вы знаете, я не партийный человек. Как бы моя функция заключается в том, чтобы по мере возможностей своих скромных, может быть, анализировать какие-то тенденции, которые происходят у нас в государстве, делать свои рекомендации, что иногда вот пытаемся делать. Хотелось бы, чтобы к этим рекомендациям, конечно, прислушивались. Вот. Но у меня есть такое впечатление вообще, что это вот как бы, знаете, рекомендация на будущее, чтобы не повторять ошибок. Почему вот такой был градус напряженности и почему, собственно говоря, возник вообще этот народный протест? У определенной группы и даже у разных групп населения фактически не было доступа к принятию решений. Не было даже доступа для того, чтобы озвучить свою позицию. Но в данном случае я просто вот могу даже сослаться и на свой опыт. Когда вот мне, например, очень сложно было попасть на абхазское телевидение. Мне очень сложно было добиться того, чтобы, скажем, государственное агентство «Абснепресс» дало информацию о наших мероприятиях. Хотя вот, например, круглый стол по евразийской интеграции. Мне кажется, это мероприятие государственной значимости. И мне очень трудно понять, как можно было не давать вообще информацию об этом. Из всего этого я делаю все-таки вывод о том, что очень часто
взаимоотношения между разными политическими силами в нашем обществе основаны на том, чтобы как-то вот продвинуть именно свою собственную политическую точку зрения. И иногда эта политическая точка зрения не соответствует мнению многих других людей в обществе. И вместо того, чтобы услышать это другое мнение, это мнение начинают просто блокировать. Ему не дают выразиться, ему не дают высказаться. Поэтому вот одно из таких наблюдений, которое я хочу сделать, а вот очень много говорилось об экономических вопросах в рамках предвыборных дебатов. Очень много новых интересных идей было озвучено впервые, в принципе. Вот. И вот мое предположение о том, что я рассматриваю предвыборную ситуацию как абхазская оттепель, когда много новых людей придут со своими предложениями, тех людей, которых мы раньше не видели, может быть, или которым не давали доступа необходимого для предоставления этих идей. И что это очень хорошая пища для, прежде всего, для будущих кандидатов в президенты. Вот. И в основном, мне кажется, упор почему-то был сделан на то, что вот мы решим наши экономические вопросы. При этом не делалась, мне кажется, причинно-следственного анализа того, а как вы собираетесь решать. Вот нам предлагали очень интересную идею, электронное правительство, предлагали идеи для того, как, значит, надо правильно расходовать те средства, которые поступают, и вообще неизвестно, поступят они или нет, как препятствовать коррупции, как развивать реальный сектор экономики и так далее. А на мой взгляд, вот делать такие прогнозы и не понимать, что на все эти прогнозы экономически нужны элементарно финансовые средства, очень, на мой взгляд, все-таки не совсем верно. Нужно увидеть причину наших проблем сегодняшних. А причина, на мой взгляд, заключается в том, что мы находимся в глубокой изоляции, и единственное окно, которое у нас есть, изоляция от международного вообще сообщества. Вот. И эту изоляцию нам устроил наш сосед ближайший, это Грузия. И только вот российское окно, которое даже в определенные моменты, даже это российское окно возможностей, Грузия пытается для нас закрыть. Вот давайте вспомним ситуацию с Олимпиадой, да? Какие у нас были вообще планы на Олимпиаду. Мы думали о том, какой информационный пиар мы сможем устроить для нашей страны, думали об экономических возможностях. Но здесь вот Грузия смогла создать такую ситуацию и для России, и для нас, что вот эти планы не осуществились. С чем это связано? Я думаю, с тем, что все-таки внешняя политика является локомотивом всех наших вот экономических процессов. И внешняя политика – это традиционно сильная сторона вообще абхазского государственного строительства. Вот здесь вот присутствуют гранды нашей вообще политики, гранды нашей внешней политики, вот, которые формировали вообще нашу стратегию с довоенного периода, в период войны, в сложный послевоенный период. И именно внешняя политика позволила нам, правильная внешняя политика с правильно выстроенными стратегическими ориентирами, политика, которая строилась на принципах арденбахских, это была политика, основанная на том, что нам нужна победа. Даже когда мы сидели в Гудаута в 92-м году, давайте посмотрим, какие мы принимали постановления, сидя вот в Гудауте со всех сторон, окруженные грузинскими войсками. Это было постановление об агрессии грузинской, и это было постановление о геноциде со стороны грузин. При том, что в сентябре было подписано Ельцинское вот это вот соглашение, но этот наступательный дух, это стремление к победе, оно присутствовало. И вот, завершая вот этот фрагмент своего выступления, я хочу сказать, что даже когда приходилось подписывать какие-то очень неприятные для наших интересов соглашения, там, соглашение 94-го года, скажем, да, или период 95-97-го года, внутри страны мы формировали стратегию для наступления. Кивать на то, что нас кто-то там поругает,
в каком-нибудь Европарламенте или в какой-нибудь международной структуре в условиях, когда международное право все-таки сегодня во многом дискредитировано такими двойными стандартами, мне кажется, неправильно. Я очень извиняюсь, да. У нас, по-моему, другая тема. Таким образом, я тебя приглашу на кафедру, ты там можешь лекцию прочитать, с удовольствием послушай. Давайте не будем друг другу навязывать, как это было все годы при Александре Анклав. На вашу кафедру, уважаемая Ирина, я бы никогда не попала. И вы почему? Знаете почему? Почему? Потому что зато Александр у меня Анклав, в органе ты все время выступала. Это правда, был другой же, в органе. Период. Тогда президентом был не Кстати Александр Кстати говоря, я мои проекты всегда самостоятельно реализовываются. Давайте я завершу свой... Давайте о людях поговорим. Подождите минуточку. Давайте, так, одну минутку решать. Дайте договорить. Мы выслушаем вас 15 минут. Хорошо. Вы говорите о вещах, в которых никто не сомневается. Кстати говоря, мы тоже были там же, где и вы. Мы даже теперь не успели вам возразить. Вы успеете возразить. Лейла, ваши оценки, извините, то, что ты называешь народным сходом, я называю оппозиционным митингом. То, что ты называешь коалиционным правительством, я его не видела в Абхазии. Что ты называешь коалиционным правительством? Ирина, это когда... Станислава Лакоба не пустили вице-президенты, и пришлось проводить новые выборы, и пришел в качестве... Да. Вот Ирина, это правительство было коалиционным. Ирина, возьмите себя в руки, пожалуйста. Я завершаю одну не фразу. Надо просто, не глупцы люди, которые тебя слушают. Хорошо, это дело нашего, так сказать, зрителя, чью точку зрения поддержать. А вы посоветовались со зрителями, ваше дело выслушать с уважением проблема президента Анклав и его элиты. Мы сегодня не обсуждаем президента Анклава. Мы будем это обсуждать, но попозже. Ирина, возьмите себя в руки. Дайте возможность досказать. Вы же знаете, каковы этические нормы вообще в абхазском обществе. Я завершаю свое выступление чем? Лейла, псушила вяк, зымдром шубзи, зымхабарис бурцом абсурахам. Прошу прощения. Прошу прощения, Лейла, прошу прощения. Ирина Пхашируб, прошу прощения. Я завершаю свое выступление и хочу сказать, что сейчас мы вот наглядно увидели пример того, как нам не давали высказываться, как лично президент вычеркивал наши имена из списков приглашенных на конференцию нашими российскими коллегами. И я не хотела об этом говорить, но я просто вынуждена. Я хочу... Об этом мне с очень большим сожалением говорили мои российские коллеги, и они это подтвердят. Я очень извиняюсь, просто я считаю, что раз мы пришли в таком составе сюда, надо использовать и наши возможности аналитически, чтобы дать оценку. Вот я хочу выступить с призывом ко всем кандидатам. Посмотреть на то, как вообще выглядит сегодня наша стратегия. Когда последний раз наш МИД упоминал слово «геноцид», когда последний раз наш МИД упоминал фразу о международной ответственности Грузии. И когда последний раз мы ставили эти вопросы на международном уровне. Если вы прочитаете международные документы, например, документ 70-го года, то вы поймете, что изоляция наша, она связана не с тем, что Грузия так хочет, а с тем, что это основано на том, что нас международное сообщество по-прежнему считает ответственным за войну. И та политика, которая проводилась в период Александра Анклава, это была политика... Я очень сильно извиняюсь. Лейла, прошу вас, я тоже напомню о себе, что я тоже здесь нахожусь. Извините, пожалуйста, спасибо, мы вас поняли. Никто не сомневается в том, что Грузия по отношению к Абхазии провела агрессию и политики двойных стандартов. И уж коли скоро мы будем говорить о МИДе, то кому как не Сергею Мироновичу говорить о МИДе. Прошу прощения, если можно... Можно. Давайте все-таки не об этом, а... Потом Ирина. Давайте, хорошо. Ну, во-первых, в том, что говорит Лейла, есть, конечно, большая доля истины. У нас раскол в обществе начался после выборов 2004 года. И Сергей Багапш, все-таки, самое главное, что он смог сделать, он все-таки не разделял людей на своих и чужих,
И в том числе и меня, кстати говоря, пригласили в правительство на ответственную должность, хотя я был его оппонентом, баллотировался тоже в президенты. Были и другие люди, которые по моим рекомендациям тоже были включены в состав правительства, кстати говоря. Сейчас все кандидаты говорят о том, что они намерены формировать коалиционное правительство. И это, наверное, правильно. Но это не единственная причина. Просто там своя которой... законодательная база должна да. быть для этого. Это не единственная причина. Причина, конечно, вообще не бывает, с моей точки зрения, одна. Здесь много накопилось факторов. Это экономические проблемы, которые возникли в стране. Это социальная разобщенность в обществе, которая явно присутствует. Это коррупция, которая достигла таких огромных масштабов. Это и неспособность власти справиться с криминалом, навести порядок. А люди ожидали все-таки в первую очередь от Александра Анклава, что именно этим он будет заниматься. Это и многое другое привело к тому, что произошло. Это очевидно. Вот. Так что... Может, еще другие причины назовете, почему это произошло все-таки? Какие? Вы, наверное, знаете. Причин должно быть очень много. Мало вот и одна из главных причин, это то, что говорила Лейла Таня, что после Сергея Багапши пришел Александр Золотинскович, который вот этот вот попытку Багапши как-то объединить общество, он совершенно проигнорировал. Он даже на инаугурацию не пригласил своих конкурентов в борьбе за вот это вот президентство. Уже с этого началось, понимаете? И после этого мы видели, как разделили людей на чужих и своих. Вот это и привело нет, к тому, что произошло. Нет, скажите, пожалуйста, а вот по поводу инаугурации. Все-таки у нас завтра президентские выборы. Политическая элита отвешена за то, что не пригласили. Хотел вас спросить, вот как вы считаете... Никто не обижен, я просто говорю, что... Просто мы по-другому это был первый шаг. Нас тоже спросили. С чего начался вот этот... Вот... Общественность есть, интеллигенция, которым уже немало лет. И мы свидетели многих событий, и вашего участия, и ваше участие в этих событиях. И что, да? Ничего. Ничего, речь не идет о политической элите сейчас. У нас такая ситуация. Зачем мы должны слышать о геноциде, о Грузии? Мы уже вообще... об этом не слышим. Можно я задам свой вопрос? Зачем? Я как раз сказал, или вы кто-то пожалуйста, сказал, придут сказал, к власти. Пожалуйста, зависит. Пусть Лейлу Таня слушают. И, пожалуйста, не вас не скажите, пожалуйста. Нас не слышали. Нас не слышали никогда. Вот если у вас есть какие-то... А что? Мы у всех в кабине, в приемной просидели у всех президентов. Очень плохо. Да, но это не значит, что сегодня мы поддерживаем переворот, да, и в коррупции это не наша тема, но есть другие вещи, которые для нас давайте важны. Давайте будем все-таки согласие корректны и мир. В оценках мы хотим, чтобы наши политических дети, событий, если, да. мы, если мы не хотим, вот чтобы... Политическая элита вот, если как мы раз не хотим нагнетать обстановку, давайте не будем вот такими терминами разбрасываться, как переворот и прочее. Если мы тогда будем на эту тему говорить, тогда мы нет, можем и об этом тоже поговорить. Как произошло, почему произошло? Нет, я совсем, да? Я и была там, я и на митинги оппозиции хожу. Сказать, да. Вот когда я поддерживаю, тогда и хожу. Я хочу сказать, что тихий ползучий переворот начался как раз не 27 мая, как считают некоторые. А начался он сверху, через паспортизацию, через изменение этнодемографической ситуации в восточных районах. Огромное количество тысячи паспортов, которые были выданы, это, конечно, не интеграция граждан, жителей там Гальского района в Абхазии, которые являются гражданами Грузии. А это, по сути дела, реинтеграция Абхазии в состав Грузии. Ну, можно учитывая мне задать вопрос вам? Ну, и в этом тоже... Можно, Станислав Засимович? Хорошо. Эту проблему вы поднимали дважды, и дважды за эту проблему уходили в Совбеза, если я правильно, конечно, да, говорю. Да, вот скажите, пожалуйста, 26 тысяч человек, приблизительно, насколько я знаю, были лишены гражданства. Официально... В прогрузинскости Ирину Агарба вряд ли можно подозревать. Те, которые говорят, что дело наших погибших пропало и так далее, прежде всего, не они должны говорить, а должны говорить мы. Понимаете, когда мне простая девчушка говорит, что если там такой-то кандидат не придет к власти, пропало то, что сделали наши погибшие, я была поражена. Слушай, у меня погиб мой родной брат,
о котором я, как видите, никогда нигде ничего не говорю. Он герой Абхазии, один из ярких мальчиков. 26 лет он погиб. Если я так не считаю, ты, которая ничего не потеряла, и одного выстрела не услышала, почему ты должна делать такую трагедию? Зомбировать людей таким образом нельзя. Но мой вопрос не в этом. Вы говорите, что 26 тысяч человек, жители Гальского района, которых лишили гражданства в одночасье, в спешке и так далее. Около тысячи человек имеют право голосовать, другие были лишены. Скажите, вы проверили, что 26 тысяч человек незаконно получили паспорта? Конечно. И что они все грузинские граждане? Знаете, как вам это удалось сделать? Я вам отвечу очень просто. Парламент принимал постановление единогласно. У президента было время разобраться с этим вопросом. Более того, в течение 8 месяцев я его убеждал неоднократно в личных беседах заняться этой темой. Вот. Никакого понимания я не нашел, потому что вопрос решался. Но я не понимаю, почему секретарь Совета Безопасности сам не может заниматься этой проблемой, обиделся, хлопнул дверью и ушел. Так же тоже нельзя, Станислав Засимович. Почему вы не должны были довести работу до конца? Вы говорите, я ушел. Я не ушел. А он издал указ. Ну извините, когда вы годами не общаетесь, конечно, будет это. А что, вы не писали заявление об уходе? Нет, конечно. Не писали? Уважаемый Станислав Засимович, не будет. Сергей Миронович, углубляться в этот вопрос не будем. Но... Был указ об освобождении не мотивирован, он ничего не делал, он палец о палец не ударил, несмотря на все предупреждения, несмотря на то, что вид на жительство, он говорил, что это анахронизм. Но все-таки эта тема не заканчивается. Можно? Ваше мнение, кстати, по этому вопросу это всем не известно. Нет, но ваша оценка тоже известна всем. Это вопрос, который очень... И так далее. Я, кстати говоря, мало по этому вопросу высказывалась. К сожалению великому, ни один из вас, да, вы дважды были секретарем Совета Безопасности, ни разу не предложили никакой программы, не озвучили никакой идеи, что делать с Гальским районом. Я вообще поражаюсь, что ни один из вас не сказал, что это особый регион. Даже управление этим регионом можно было бы поменять, даже по типу той же Ирландии. Я помню, что Северной Ирландии управлял министр специальный, который знал, то есть сейчас не будем, моделей много, дело не в этом. Ничего не предлагая по поводу интеграции или, если нужно, и выживания с нашей территории чужих людей, никакой программы, начинаете обвинять... Это надо было президенту говорить, это у вас сейчас такое... Ни один же президент, секретарь Совета Безопасности, безопасности может очень много сделать, парламент может очень много сделать, и премьер-министр, все могут сделать, знаете, что, ничего не предлагать. Понимаете, карательные меры легче всего проводить, а вот предложить нечто типа программы, чтобы решить этот сложный вопрос, очень сложный. Да. Ира, были предложения, и было предложение только по Гальскому, по другим. И по ведомствам. Ну, какое предложение, Станислав Васильевич? Мне знаете, как отвечали? Да будет еще хуже. Это говорил он. Будет еще хуже. Вот ответ. Нет, но я не видела вашу программу. Меня не интересует, что он вам говорил, как вы там общались. Я не видела, чего вы хотите с этим районом сделать, с этими людьми. Вы собираетесь их выгонять. Почему? Вы собираетесь их интегрировать. Слушайте, этнические абхазы, о которых вы столько говорили раньше, теперь они враги, не участвуют в выборах. Через Ингур и едут в любую страну. Я, например, считаю, что решение гальцев лишить паспортов — это просто исключить их в качестве электората из выборов. Вы больше подумаете об интересах Абхазии, чем об интересах граждан Грузии. Понимаете? Что значит, граждане Грузии живут в нашей раньше стране? Раньше они были гражданами почему-то вашего. Да никогда не были, когда создали незаконные комиссии. Послушайте меня. На моих выборах они не за меня голосовали. Послушайте, вас, может быть, не голосовали, но голосовали. Вот знаем, за кого голосовали и почему это делалось, именно поэтому вот и делалось. Они ошиблись. Сергей Миронович, вы ошибаетесь в первую очередь, понимаете? И вот такими авторитетными людьми, как вы, когда поддерживаются вот такие зловредные идеи, вот это вот и привело к недоверию, это понимаете, в обществе. Никакой зловредной идеи нет, Сергей Миронович. Зловредная идея, как вы говорите, 26 тысяч граждан Грузии, надо, вы говорите, дайте им гражданство. Как им можно дать гражданство, если по грузинскому гражданству они не имеют права иметь гражданство другой страны. Но вы изучили, сколько человек имеет? Изучили, слушайте, парламентская, вы вообще человек, здесь были, да? Или где? 26 тысяч человек. Ну, комиссия парламентская изучала, ну, долгое время это дело. Ну, такую колоссальную работу провести за такой короткий период времени было просто невозможно. Нет, мы должны были ждать, пока их станет
60 тысяч, как это было в планах. Просто одним росчерком пера. Слушайте, я никого не выгораживаю, но мы же не отказываемся от этого региона, это же наша земля. Послушайте, ну вы послушайте тогда, вы же слушать не хотите или не знаете вообще ситуацию. Никто не говорит, что их выгоняют. Слушайте, нужно найти способы. Я, например, говорил, что можно сделать, как в странах Европейского Союза, которые прибалтийские страны, где сделали паспорт не гражданина. Хаджиба, например, говорит, что видно жительство, другие еще что-то говорят. Как? Предлагаются модели? Никто же не говорит, что их выгнать надо. Нет, это не мы. Ну, давайте мы уйдем от этой темы, потому что а этнических абхазов вы вычленили оттуда, которые там всю жизнь прожили и ассимилировались. Грузинский паспорт по закону не имеет паспорта, не имеет наш паспорт права. А изучал, а что делать с участниками войны, с героями Абхазии? Давайте поговорим о том, которые ездят в Грузию. Если позволите, девочки. Армяне, русские и другие нации. Нет, вы что мне говорите? Хватит защищать. Вы что хотите сказать? Вы, во-первых, меня не слышите. Да, я защищаю гальцев. А что, это плохо? Это же люди. Они меньше всех воевали. Правильно? Вы как вообще говорите? Я что, не имею права? Пускай это нарушение законодательства Абхазии. Если у вас законодательство какое-то другое, соседней страны другое дело. У нас есть законодательство Республики Абхазии. Закон о гражданстве. А когда оно появилось? Именно вот сейчас, в нужный момент, стало использоваться Грузии, это. Понимаете, с гражданами Грузии. У нас нет двойного гражданства. Но есть такая форма, вид на жизнь. И сколько человек с грузинским гражданством получили паспорта за последние годы? Практически все, никто это не скрывает, что все они граждане Грузии. Все это сколько? 26 тысяч получили спросить. За последние годы? Я более того скажу, 26 тысяч это войны, то, что официально. Имеют гражданство. Они официально еще столько. Ездят же, в Грузию, понимаете? А с ними документы, которые просто продавали. Подготовлены были документы, где еще такое же количество в ближайшее время тоже получили бы, если этот процесс не был бы остановлен. Ну, давайте оставим, если позволите. Вопрос, который как раз детонировал и привел к этим событиям. Понимаете? И вот это был самый настоящий сход. Но это чувствительный вопрос. Порядка, очень легко порядка 20 тысяч человек и даже больше. Давайте вернемся к нашим гражданам. Я очень извиняюсь перед с вами всеми. Вы все старшие люди. Такой же сход в таком же количестве был в феврале 31 года в Дурепче, в Гудаутском районе, многонациональный сход. Понимаете? Когда Абхазию воткнули в Грузию в качестве автономии. Здесь произошло, как ни странно, потому что инстинкт сработал у народа. Потому что страна шла в другом направлении. И я считаю, что это был ползучий... Я это говорю не сегодня, когда Анкваба нет. Я это сказал 13 мая на заседании парламента в этих тезисах, которые я, в общем-то, там зачитал. И там все это есть. Я это воспринимал как ревизия всего того, что было на протяжении 20 лет последних. Это было в мае. В июне он рванул в Амцахару и стал создавать партию. К ветеранам Станислав войны. Станислав Защимович, вы сравнение если позволите, провели. Я секунду просто с Дурепским сходом. Вообще Дурепский сход, какую оценку вы даете Дурепскому сходу? Это был общенациональный сход против чего? Против этого и против колхозов. Вот против этого вы можете подтвердить? Да, конечно, что вы не знаете. Но с 18 потом, по 26 февраля. Это тоже хорошая февраля. Тема для обсуждения. С 18 по 26 февраля. Я просто боюсь, что очень много мифов создаем. Я очень извиняюсь перед вами. 19 февраля всеми. Абхазия. Позволите? Не смотрела документы, сегодня, я разочаровала. Давайте мы ему дадим. Да. Вот, я очень извиняюсь. Так, значит, сразу ему надо слово дать. Наверное, я по возрасту здесь младше вас всех. Я очень перед вами всеми извиняюсь. Кроме женщин, конечно. Люди... много, очень много сделавшие для Абхазии, у вас богатый политический опыт, все такое, но я осмелюсь заметить по ходу нашей программы, что мы, наверное, чуть-чуть отвлеклись от основной темы. Да. Я думаю, что мы вначале договорились о том, что о каких-то оценках, естественно, это вызывает споры, у каждого свое мнение и так далее и тому это подобное. Нормально. Это нормально, естественно, абсолютно. Но сегодня, как я понимаю, в формате нашей встречи мы пришли поговорить о завтрашнем дне, о наших выборах. Вот как раз-таки, касаясь выборов, Лейла, вот апеллирую к тебе с твоих слов. На самом деле все программы кандидатов в президенты, в общем, схожи.
идет декларация определенных путей и без детализации. И это, я думаю, что на сегодняшний день это естественно. Почему? Потому что выборы у нас неочередные, и никто не был готов ко всему к этому. То, что озвучивается, что правительство должно быть коалиционное, абсолютно согласен с этим утверждением. Более того, я насколько слышал, каждый кандидат в своих выступлениях, в своих речах, каждый из кандидатов озвучивает, что это будет осуществлено. Естественно, нужны реформы. Никто от этого не отказывается. При всем при этом, мало того, что в каждой команде должен принимать участие с того или иного, допустим, от того или иного кандидата, но у нас на сегодняшний день подросла очень хорошая молодежь, очень образованная, вместе наряду с теми людьми, которые имеют опыт государственного строительства, опыт ведения хозяйства и так далее. Вот рядом с ними, я считаю, что надо поставить молодых людей, способных, образованных. Слава Богу, у нас такая возможность сегодня и есть, несмотря ни на, как говорится, ни на фамилии, ни на партийную принадлежность и так далее. Конечно, все это приведет к консолидации общества. А что касается вот утверждения о том, что народ разделенный, я позволю себе не согласиться с этим. То, что каждый кандидат имеет своего сторонника, это не разделение народа, по-моему. Не дай бог таких времен, да, через какие мы прошли 20 лет тому назад. Да, естественно, если позволите. Естественно, не дай бог такого повторения таких событий, как 20 лет тому назад, я имею в виду войну и боевые действия, я больше чем уверен, что ни один уважающий себя абхазец, ни один уважающий себя патриот не будет никогда смотреть на то, что был он чьим-то сторонником или нет. Мы опять все встанем вместе друг с другом, и я еще раз повторяю, не дай бог, но это все реально. А то, что у каждого есть свои предпочтения, у каждого есть свои приоритеты, это естественно. Об этом надо говорить, об этом надо дискутировать. Но я думаю, что в рамках сегодняшней программы все вопросы мы охватить не сможем. Вместо этого, насколько я понимаю, сегодняшняя наша задача должна быть состоять из того, чтобы, насколько это возможно, и так слишком политизированную и так слишком напряженную ситуацию, насколько это возможно, успокоить, чтобы оно прошло в нормальном русле. Вот, Миронович, как вы сказали, это естественный процесс должен быть. Мы должны привыкнуть к тому, что выборы не только в этом году и завтра. Выборы будут еще. Будут у нас выборы депутатов, выборы местных органов власти и так далее и тому подобное. Нам надо привыкнуть к тому, что это нормальный, естественный процесс. В этом я с вами солидарен и согласен с вами. Я думаю, что в конце-то концов мы научимся управлять своими эмоциями, не ставить их впереди. Это очень актуально. Да, и для вас. Для всех, я думаю, не только для меня. Для всех, для нас. Да. Я имею в виду в целом наш народ. Не научимся, потому что форму выборов, я говорил вначале, желательно ее изменить. И для этого было очень много времени. И очень много времени говорили о реформе власти, о распределении функций и все такое прочее. Уже во всяком случае порядка, наверное, 8-9 лет идет. Работали в свое время, вот и Кец Патамас возглавлял эту комиссию. Вот. И очень много было разговоров. То, что вы говорите о коалиционном правительстве, я не знаю, может, вы не слышали. Вот сегодня кандидаты в президенты, кажется, подписали документ, все четверо. И там в одном из пунктов говорится, что в случае победы кого-то из кандидатов будет создано такое коалиционное правительство. Там вот как раз об этом я хотел вас спросить. Ну что ж вы не спрашиваете? Насколько это жизнеспособно? Это реально? А почему это не жизнеспособно? Я думаю, это жизнеспособно. Есть что? Мы говорим, что в штабе, допустим, Кишмария или Бжания нет нормальных людей. Я не имею в виду одиозных чиновников, которые там засели. А есть, вот говорили о молодых людях, понимаете?
есть везде. А что, у Хаджимба все, другое, все правда, пушистые, что ли? Нет, совершенно. Но мне кажется, что можно создать хорошую, в общем-то, команду профессиональную, которая поведет дальше Абхазию. Вот эти распри нужно все забыть. Единственное, конечно, что я не приемлю, я считаю, что все кандидаты, они, в общем-то, достойные люди все, но кто-то вынужден был говорить, что он преемник там кого-то. И мне лично ближе позиция Хаджимба сегодня, это, потому что он был последователен в этом вопросе. В вопросе паспортизации. Я считаю, это главный вопрос. Это вопрос демографической безопасности. Это вопрос вообще национальной безопасности. Как можно было это упустить из виду? Причем многократно об этом говорилось. Извините, но вот это коалиционное правительство, которое будет создано, если оно будет создано, мне кажется, в любом случае, хотелось бы, чтобы оно появилось. Оно может как раз успокоить наше общество. У нас 10 минут до конца эфира, поэтому... Ну, считайте, что я уже сказал последнее. Да, я тоже основную... Тогда, Сергей Миронович, что получается? Ну, знаете, я все-таки считаю, что, еще раз с чего начал, что мы на своих ошибках учимся, и это для нас большой опыт. И то, что произошло 27 мая, нет худа без добра, как говорится. Это тоже опыт будущим руководителям Абхазии, что нужно все-таки больше считаться с интересами общества, быть более открытыми, и с большей ответственностью подходить к своим конституционным обязанностям. Спасибо. Да, я вот тоже хочу добавить. Вы знаете, друзья, и опять же кандидаты, я уже смотрю, как я сказала, в завтра, в послезавтра. Давайте научимся спокойно воспринимать концептуальные вопросы, различия, идеи. Вот самая большая проблема была, мне кажется, у прошлой власти, что она не готова была воспринять вообще просто концептуальные идеи и так далее. Вот я коснулась того, что у нас была очень большая ошибка, мне кажется, в нашей национальной внешнеполитической стратегии. И эта ошибка вела к тому, что мы не прорвали изоляцию. Вот мой посыл был в этом. Дорогие друзья, пересмотрим повестку международную, внешнеполитическую. Давайте прислушаемся к советам друг друга и не будем навешивать друг на друга ярлыки. Прислушаемся к друг другу. Я вас уверяю, и у меня есть предложения, целый пакет предложений, и у Сергея Мироновича, и у Станислава Засимовича. Но нас надо выслушать, а если нас не будут слушать, и при этом мы будем видеть, что стратегия ошибочная, нельзя против агрессора воевать мирным вот таким планом примирения. Нужно адекватный, симметричный ответ. Спасибо. Спасибо. Елена, что-то финальные слова. Ну, мне немножко сложно будет, потому что обратно наш разговор возвращается в МИД, где в разное время работали замечательные люди. Замечательные, я всех очень уважаю и так далее. И нынешний МИД тоже. Зачем мне надо сейчас выступать в роли адвоката, тем более, что чтобы это сделать грамотно, у меня и времени нет. А вы все время оценить сегодня работу нашего МИДа. Мне кажется, что слаженно, замечательно, очень интересно, по-современному работают ребята. Может быть, давайте будем говорить об этом. Ни один кандидат, Ирина, критиковал МИД. Вы обратили внимание? Оппозиция не критиковала. Никто. Потому что не понимают значимость внешней политики для продвижения всех интересов, в том числе и экономических. Надо читать ваши исследования им. Они не читают ваши исследования, поэтому кандидаты, наверное, им нечего было в этом вопросе сказать. Ваши позиции ясны. Хорошо, да. Внешней политики ясно. По нашей предвыборной гонке в двух словах. Честно говоря, я была очень разочарована. Во-первых, почему? Отсутствие программ. Это полнейшее безобразие. Когда ты многократно баллотируешься в должность президента страны, и ты говоришь, что у меня нет программы, она будет через 100 дней после того, как я приду к власти. А кто это сказал? Это было Хаджимба. Да. Дальше. А у других есть программа? Дальше смотрите, да. Другие, кстати говоря, они новые. Я поэтому говорю, у них тоже нет. В том-то и дело, что новые. Но они честно говорят, что у них нету вот выработанной настоящей такой программы. Да, определенные проекты у них в голове, и это то, что я слышала. Так что я это и не выдумала. Куда они могли возникнуть за 2 месяца? Мое разочарование. Извините, а за 10 лет, за 15 лет, почему не возникло у меня вот в этом вопрос? Далее.
было очень много хамства, неуважительного отношения друг к другу. Мы все это видели в дебатах. Дебаты превращались в помойную яму. Это, мы ждали экономику, мы ждали геополитику, мы ждали это. Лейла, ты услышала что-нибудь? Совершенно не состоялся разговор, потому что люди начали интересоваться межличностными отношениями и так далее, и так далее. А поэтому... сегодня попыталась сказать, но вы что, но не даете сказать? Слушай, времени нету, так вот в этом смысл вообще-то дебатов. Не даете сказать, мы не кандидаты в президенты. Когда будем кандидатами в президенты, женщины, да пора будем, уже, наверное, обсуждать. Но женщины, к сожалению, все время обслуживают мужчин-политиков, понимаете? Мы в политике вторичные, к сожалению. Пока так. Будем надеяться, что... И последнее, что я все-таки хотела бы сказать... Кстати, он не в штабе в Жане, чтобы вы не думали, он в штабе Кишмария. Ну, мы с ним друзья. И он мне сказал такую вещь. Псуфила. Абрихахнуку хахнеуихит, абсуарджана, брать снеуихит, шахайну саюналазихит, шамахамзар, шаиштуаиштухибзела, шаабета, кахвакха. А звивиджи рыда зиквикарцу не ревархом стихает. Абсуарча дризыш вахазу из базару бысхака брял храпа рубы ялом, аса с кедром бохан зимейный ехом. Аурас фирменцу чахнила, мчила хайна галана, кахвах дыржуха. Из хысхава выборы, ну, как бы это ни было, должны проходить как праздник. Я не знаю, когда такие выборы в нашей жизни произойдут, но отношение к этому, конечно, каждого из нас, и партии в том числе, народа нашего, должно измениться. И я надеюсь, что зрители наши, избиратели в первую очередь, да, сделают свой выбор. Надеюсь, что никто не будет оспаривать выбор, который сделает народ. Вот это для нас очень важно. Вот на следующий день мы будем жить в условиях праздника, или мы будем пожирать друг друга эмоциями, настроениями, какими-то действиями и так далее. Это очень важно. Просто я надеюсь на внутреннюю мудрость нашего народа. Многие постоянно молчат, ничего не говорят, но, скорее всего, они понимают, в каком направлении мы развиваемся, и они, скорее всего, знают, что они должны сделать завтра в воскресенье. Спасибо. Ну, чтобы выборы, ну, если не как праздник, то хотя бы более цивилизованно проходили. Не только выборы и вся эта предвыборная, измотавшая нас эта пора быстрее закончилась. И потом, чтобы мы не пускались в поиски человека, который несет ответственность за то, что произошло после выборов. То есть вот этой успокоенности пока нет. Но я думаю, что вот тема войны очень часто эксплуатируется, всегда не в благо. Сейчас уже и покойников стали это употреблять в связи с в поддержку. Я бы хотел сказать, чтобы мы вот эта вот тяжесть, которая у нас лежит на душе, особенно участников войны, тех, которые потеряли своих друзей, и всегда есть ощущение, вот как бы они поступили на нашем месте. Чтобы все-таки вот эта вот тема, во-первых, она не эксплуатировалась, и все вот эти наши, все, что мы вынесли из войны, стало для нас уроком, и больше вот не было бы таких потрясений. Спасибо. А какие спекуляции, извините, гражданам Грузии даете абхазский документ, самый главный? Нет, а почему вы решили? Кто спекулирует? Нет, вы, а вы как когда говорите «даете», вы меня имеете в виду? Вот как бы они отнеслись к тому, что вот вы когда говорите, тысяча паспортов? Вы сейчас ко мне обращаетесь? Ну вы же говорили. Во-первых, я совсем не имела в виду тему паспортизации. Я говорю о том, что пишут в Фейсбуке, в связи с чем вспоминают имена ребят. Но у нас тоже может быть свое мнение на тему паспортизации. У вас есть, мы знаем ваше мнение. Ваше мнение – это мнение Антуана. Вы почему считаете, что... Почему вы так думаете? Ну а как? А вы что? Ну он же прямо сказал. Вы так часто меня видели у него в кабинете? Я вас вообще не видел. Ну, значит, и не было меня там. Это вы там все были. Ну как?
Вот где там, вы были? Где я был, была? Я с этим боролся, чтобы этого не было. Я работала, семью кормила. И, да, я с этим боролся, чтобы этого не было. Я ничего вам не говорю. И я защищал интересы Абхазии и безопасности Абхазии. Я сейчас вас, как в 2004 году. И сам я не ушел, потому что предмет разговора. Ваши коллеги даже не знают о предмете разговора. Я очень хотел бы... Даже указ был об освобождении. Даже этого. Но тогда все молчали, было все хорошо. С Анкабом какие-то причем здесь проблемы, вы нас-то в эти отношения. У нас причем? Совершенно другая тема. Анклад. У меня лично. А вот и вы говорите. Станислав, я не понял, кого вы. Вот кто сейчас Анкабом был? Чьи интересы вы защищаете? Давайте дадим все-таки, сохраним вот эту... Да, давайте. Дадим слово, финальное слово вашему брату. С удовольствием. Брату обязательно. Один свечтой за психологию, эксперта губ, хаважных, сханер ханы. Вот же алхрапы иху. Сыграб хадзирилана, хара, яхамыштроб, хшейшцо, хшейшцо, яхамыштроб, айбашран, хшейвагилаз, захинчарихоб, хвизча, хаплача, хаватча, хтанхача, абризи гябхе харгилароб, анаюсанги яхбала шозароб, вадзу, вадзаштех, харахада, хабснызрилу, дачатшихамло. Ой, яшу. Абриконпи, апчера по всех счет зиги, а яйра по всех счет зиги. Вот же алхра, амш, тосу, и бана гара, и шапуевш, я ним я пигалать. Вот же штех, хнейдгила на зиги, хнапкаем дана, абсхай бихана, я яйз на иднухалана, а наюсенпи абстазара, абстазара бзия, аргила рахала год, хеспияна год, апчера по всех счет зиги. Итабуб, хатерскоизша, амтабзе, анче, азыгаца, аманчалара, итабуб, обряла и харкшойто хапья хадырратара. На этом мы с вами прощаемся, уважаемые телезрители, всего вам доброго.